Хотел Бродвей, акварельный эскиз. Это по дороге из Иркутска в Черемхово. Стоит у нас такой вот мотель или гостиница. Ну, там полный набор. Недалеко от Черемхова есть такой домик. А у меня есть заказ сделать для Черемхова несколько акварелей. И, приступая к этой работе, я делаю несколько эскизиков. Сначала я сделал вот этот желтый, а потом подумал, что надо сделать еще и акварельный. Тем более, что мне пришла в голову, так сказать, сверхзадача художественная. И пришла мысль рассказать по ходу того, как я здесь рисую сейчас. Я прокомментирую. Но это будет скорее не рецепты рисования и раскрашивания, а рассуждения, которые я делаю каждый раз, размышляю каждый раз, когда рисую. По сути дела, я сейчас буду передавать свой поток мыслей, которые у меня происходят во время рисования. Ведь я себе не объясняю каждое движение. Я рассуждаю совсем на другом уровне. Видео это достаточно длинное, больше получаса. Поэтому готовьтесь, и если кому интересно, слушайте. Кому не интересно, выключите звук. А кому вообще не интересно смотреть, вообще выключите. Ну вот, походу попробую все-таки рассказать и о том, как я рисую. Но больше-то меня привлекают другие совсем рассуждения. Но как я рисую, ну вот в данном случае у меня тут малый акварельный наборчик, это самый малый, коробочка такая жестяная, самодельная, в которую я вставил по своей системе вот эти вот куветы с красками акварельными, две кисти, брашпены, между прочим, с чистой водой. Это на тот случай, если у меня под руками воды не будет. Это у меня именно набор для скетча. Хотя последнее время я делаю вот такие небольшие акварельки размером, но не больше от третьего формата. И для этого мне вот этой коробочки и этих кисточек в общем-то и достаточно. То есть я минимизировал свой арсенал вот до такого вида. И даже может быть и лишнее еще можно кое-что убрать. Ну уж меньше невозможно. Ну и все понятно. Вот эта кисточка, она, ну, выбрана из очень многих, с достаточно тонким кончиком и длинная при этом, которая дает возможность давать вот такую вот широкую линию, широкое пятно. И при этом ей можно работать как простой кисточкой, обмакивая в воду. И в то же время у нее внутри своя собственная вода, чистая. При необходимости можно заполнить там черный или серый. Ну, я это не делаю, поскольку под руками есть просто акварельные краски. Ну, в общем-то, то, что я сейчас рисую, все понятно, наверное, относительно. Разве что вот еще что, какая хитрость. Вы видели, что рисовать я начал на подготовленной вот этой вот бумаге. У меня вот таких заготовок усредненных несколько штук обычно я с собой ношу, я их делаю заранее. Голубой верх и нейтрально-серый, там, охристый низ, скажем так. Вот как вот этот был лист, на котором я сразу вписываю уже какое-то здание, скажем так. Это такой ускоренный вариант, но тем не менее это не то чтобы шаблон. Ну, это заготовка акварельная, скажем так. На все случаи жизни. Их можно делать несколько в разных колоритах, и они являются подложкой. Ну, я сейчас не хочу разговаривать и рассказывать именно про акварельную живопись или акварельный рисунок, или, как сейчас это принято говорить, акварельный скетч или просто скетч. Я, видимо, смирюсь с этим названием, как я уже говорил. Я себе решил, определил этим словом называть вот примерно то, что я сейчас сделаю. То есть это акварельный рисунок типичный. Здесь еще задумано у меня и появится, вы увидите, контур. Сейчас я делаю вот контур. Я сейчас делаю с помощью
ручки. Вот это вот типичный, в моем понимании, скетч. То есть рисунок с цветом. При этом я, как видите, веду параллельную работу. То есть я не делаю, мне очень претит именно вот раскрашивание готового контура. Рисовать, если рисовать честно, самостоятельно, творчески, то, конечно, надо параллельно, вместе. То пятном, то линией. Вот, собственно, чем я и занимаюсь. Для чего такая вот хитрость, или точнее не хитрость, а такой нюанс? А для того, чтобы вот эта черная линия, она органично вливалась во влажную бумагу. Только тогда я чувствую, что эта вещь стильно цельная. Если это просто предварительный контур, а потом раскрашенный акварелью, все, это примитивная вещь, это уже не искусство, это скорее дизайн. Или, как я называю, картинки «Раскрась сам». В детстве мы этим занимались. А вот вести работу с материалом вот таким образом, параллельно, одновременно, перемежая то пятно, то цвет, то линию, ну, это достаточно интересный творческий процесс. Именно формальный творческий процесс. И вот когда работаешь так, то напрягаешь свои мозги, напрягаешь свои чувственные рецепторы, и тогда, собственно, чувствуешь себя художником, а не дизайнером. Ну, это немножко иная тема, и мы об этом еще будем разговаривать, чем отличается дизайн, в том числе и изобразительный дизайн, от чистой акварели, от чистого рисунка. Это мы поговорим потом. А сейчас я хочу вести речь о таком понятии, как образ. Оно достаточно широкое, это понятие. Образ есть и в архитектуре, и в фотографии, и в живописи. И что интересно, образ есть еще и в жизни. Но художники часто почти спекулируют этим словом «образ», «образный». Я когда спрашивал наших, в общем-то, не слабых художников, а уж тем более фотографов, то слышу очень странные объяснения этому слову. Был у меня знакомый фотограф один, он и художник, и фотограф, и он, на мой взгляд, совершенно неверно трактовал вообще и образ как таковой, и образ фотографии, и образ в изобразительном искусстве. Вот. Очень многие путают. Образ – это вот мимика человека, характер, ну или в данном случае, скажем так, лицо, фасад, да, здание, которое там можно найти. Ведь, вот, кстати говоря, вспомните автомобиль, если его мордочку смотреть спереди, легковой автомобиль, то многие видят в нем почти смайлик. Потом я узнал, что дизайнеры, автомобилисты сознательно думают об образе автомобиля. Он может быть агрессивный, он может быть женственный, он может быть элегантный автомобиль. И вот все линии, вся композиция автомобиля работает на образ. Точнее, не работает, а создает этот образ. Этот образ создает дизайнер. В данном случае художник-дизайнер. Поскольку как создание художественного образа – это и есть основная творческая задача. И прошу заметить, что совершенно неверно, когда говорят о поиске образа, но поиск внутри уже готового предмета. Тут само слово «поиск», оно тоже двусмысленно. Вот обратите внимание, слово «образ» имеет два, как минимум, значения. И слово «поиск» имеет тоже два значения. И часто, когда говорят «поиск образа», то есть
поиск творческий образа чего-либо, ну, в данном случае в изображении, там, например, или в архитектуре, или в дизайне автомобиля, или чего угодно, поиск образа. А есть пассивный, нетворческий поиск образа. Вот я вам сейчас на примере попробую это объяснить. Так вот, мой знакомый фотограф, он ходил по городу, он ездил на Байкал, и этим многие очень занимаются. Вот если в человеке отсутствует творческое начало изначально, то ему хочется быть художником, хочется как бы быть человеком при искусстве, то он подменяет создание образа его поиском, по сути дела превращаясь в папарацци. Да? Очень легко отличить художника-фотографа от ремесленника-фотографа. Ремесленник-фотограф, как папарацци, бегает по городу, ездит куда-то там на природу и выискивает сюжеты, выискивает формы, или, как он говорит, ищет образ. Но, по сути дела, это поиск образа, это он сводится к примитиву. Когда я потом смотрю эти фотографии и спрашиваю, а где здесь ты нашел образ? Он говорит, ну как же, посмотри, вот эта коряга, она же на крокодила похожа. Опа, думаю, вот это, оказывается, вот он образ-то нашел. То есть он ходит по лесу, ищет коряги и включает свою фантазию там, и в ветках деревьев там, или там в озере где-то, или в облаках, он выискивает какие-то образные, характерные, или, точнее сказать, характерные моменты. Точно так же они говорят про якобы поиск образа в человеке. Вот портрет они рисуют, да, и они говорят, вот в образе. А что такое в образе? Это актер в образе, да, то есть вот он надевает на себя маску. То есть и вдруг обнаруживаешь, что образный портрет или образ в портрете, да, в их неправильном понимании, это такая мимика усиленная. Это такое вот выпученные глаза, яркие эмоции, грусть, там мудрость в челе, на челе, страдания или веселье. И они говорят, о, как портрет сделан, образно сделан портрет. То есть найден образ. Ну, может быть, он и найден, но он найден-то чужой. То есть у актер создал эту маску, вжился, создал образ. Актер создал образ. Или живой человек, вот он живой, у него есть свой собственный характер. Его образ у него уже жизненный, он по жизни в этом образе. То есть бандит какой-нибудь, да, вот у него образ бандита. Или образ доброго человека. Он уже присутствует у этого человека. Что его искать-то? И тем более смешно искать образ в природе, когда ты ходишь и высматриваешь в облаках, там, например, где-то слона увидел, или морду ангела, извиняюсь, там лицо ангела, да, или морду черта. И вот он бежит за фотоаппаратом, он его скорее фотографирует, и потом носится, как кошка с салом, с этой фотографией, и всем показывает. Или фотографирует какого-то харизматичного, известнейшего человека. Ну, у нас есть такие очень мощные лица, например, борец, там, Карелин такой, суровое лицо, там, боксер, воин или еще кто-то. Вот он, для него счастье для фотографа или для художника, это без разницы, художник, фотограф. В данном случае это фотографический подход или подход папарацци. Найти красивую девушку, да, у нее есть образ там, красавицы, образ там, я не знаю, целомудрия или образ там эротический какой-то, там разврата. Он в ней уже есть. Сам-то фотограф туда ничего не вкладывает. Он считает своим, фотограф в данном случае или художник, без разницы. Назовем фотохудожник, вот это вот такое обобщенное.
Ему не важно, что у него в руках, фотоаппарат или кисточка или карандаш. Он фотохудожник. То есть он фотографирует то, что видит, то, что находит. Он этот образ крадет. Он его заимствует у природы, у человека, у Бога, в конце концов. Причем, либо в его примитивном варианте, как я говорил, когда он увидит в коряге там крокодила какого-нибудь, но коряга, она коряга, да, она дерево. И у дерева есть собственная красота, у фактуры дерева есть собственная красота. Не нужно для того, чтобы любоваться красотой дерева, находить в его извивах там какие-то рожицы. Нужно уметь находить красоту в собственной фактуре дерева. Без этих примитивных ассоциаций. Да, примитивных. На каком-то этапе развития человека, ребенка, может быть, маленького, конечно, нужно развивать фантазию. И есть такие упражнения, да, и есть такие игры, когда человеку дают, ну, дают, например, смотреть какие-то пятна случайные, чернильные, да, или штукатурку старую на стене, и дают задание: найди здесь что-то в этих контурах, найди какие-то ассоциации. Ну да, так надо развивать, наверное, до какой-то степени. Но говорить о взрослом состоявшемся художнике, который живет такими упражнениями, что он художник, что он творец, конечно, нет. Так вот, вот поэтому есть два разных понимания слова «искать образ». Первый – это вот тот примитивный способ просто выискивания уже существующих образов, что не есть творчество, а есть просто ремесло, ремесло следопыта, там, путешественника. Ведь, опять же, подавляющее большинство тех же самых фотографов или фотохудожников, или художников фото, которые там, им без разницы с фотографией срисовывать или с живой натуры, потому что у него над ним давляет уже готовый, заготовленный образ. Не его собственный, он сам образ этот не создает. Он находит какое-то природное явление, в данном случае пейзажист, да, и его срисовывает или фотографирует и говорит: я ищу образ. Ну да, он его ходит по лесу и ищет, как грибы, как ягоду, да. То есть ягода-то, она выросла, он ее не садил, он не садовник. Он по лесу ходит, он на природе ходит, там, в речке, на речке, на берегу сидит, высматривает и ловит эту рыбку готовую. Он эту рыбу-то не разводил, не селекционировал, не он ее придумал, в конце концов, эту рыбину, да? Он образ не создавал. А вот теперь смотрите, второе значение слова «образ». Кстати говоря, в первом случае это была образ от слова образина, личина, лик. А во втором это корень образовывать. Вот, кстати, обратите внимание, сейчас на этом рисунке я тут рисую человечков. Я потом к этому вернусь и расскажу. Ведь я все веду к этим двум рисуночкам. Но это у меня такой длинный подход. Вот видите, я сейчас рисую тут людей, потом я объясню, что я делаю, если будет время, останется. Так вот, первый случай – это не творческий поиск образа. Ну, конечно, мне опять могут возразить, что и грибы творчески можно искать. Ну, конечно, там, ну, творчество, вот в моем понимании, да и не в моем, это официальное юридическое понимание. Я помню, когда участвовал в суде, то мне надо было четко определить произведение искусства. Творческое произведение искусства. Я, по-моему, в Большой советской энциклопедии или где-то нашел, потом как-то развил эту мысль. Но там написано, что произведение искусства – это уникально задуманное. То есть уникально задуманное, ранее не существующее.
идея и самостоятельно, оригинально исполненная. Вот это есть произведение, творческое произведение искусства. Чувствуете разницу, да? Между найденным где-то там в лесу кустом, похожим на, я не знаю, на крокодила, на медведя, и совершенно другое, уникально придуманное и самостоятельно воплощенное, исполненное. Вот что такое творчество, или, по крайней мере, приближение к этому. Одно дело, вы берете фотографию и тупо ее срисовываете, а фотографию изначально тупо фотографируете, и даже если вы нашли там какого-то дракона в коряге, то все равно вы его не создали. В лучшем случае вы с помощью своей фантазии его увидели. Но видеть может кто угодно. Кто-то лучше видит, кто-то хуже. Это не создание, это просто умение видеть. Обратите внимание, какая разница большая. Умение видеть или умение что-то воссоздавать, делать и так далее. Просто умение делать. Это не авторская задумка. Одно дело придумать, может быть, даже не делая. А другое дело сделать то, что ты где-то увидел. Да или просто сделать. И уж тем более повторить. Так вот, повторить в любой форме, в любой форме, в форме фотографии, в форме рисунка, повторить то, что ты видишь, согласитесь, это не творчество. И образ, поиск образа. Одно дело искать, где-то ходить, выискивать уже готовый образ. В примитивном виде это ассоциации, в более как бы самостоятельной форме, но опять же не принадлежащие к этому художнику так называемому, это найти харизматичного, интересного человека, например, для портрета, или найти какое-нибудь интересное место и сфотографировать его, или срисовать его, какая разница. Вот. Это не творчество, это талант, может быть, талант путешественника, открывателя какого-то там, но это не создатель. Вспомните Бога, Творца, нашего Отца, Отца всех творческих людей. Он-то создал мир, вот этот вот космос, природу, всех животных, всех людей, не имея, но он их создал из ничего, из пустоты. Он их придумал и создал. Вот он попадает под юридическое понимание полноценного произведения искусства. Уникально задумал, самостоятельно, никогда не существовавшее раньше, и самостоятельно, оригинально, уникально исполнил, сделал, создал там, не знаю, зверей, людей, пейзажи, горы, небо. До этого он их нигде не видел. Вот это создание. И вот тут, в этом создании, слово «образ» приобретает другое значение. Звучание. Образовать. Вот. В первом случае мы говорили об образе, это портретный образ, то есть иметь какую-то лик, образину. Ну, образ, знаете, так вот называют иконы, парсуны, иконы, икона. Это образ, то есть лицо. Ну, лицо может быть не только у человека, да? Оно может быть у здания, у автомобиля. Ну, то есть имидж. Точнее, в данном случае можно сказать. А во втором случае это образовывать. Это, и смотрите, это два разных понятия, это два разных слова. Образ – это готовая личина. И образование – это, то есть,
создавать, конструировать, делать что-то новое. Вот. И теперь мы возвращаемся к слову поиск образа. Так вот, одно дело ходить по лесу или где-либо там, среди людей, да, и искать образ, ну, тебе не принадлежащий, чтобы его украсть и передать, и на бумаге зафиксировать. Так поступает ремесленник, так поступает бездарный человек, то есть ненаделенный даром Творца. Творец, он может создать образ самостоятельный из пустоты, из своего сознания, из подсознания. Либо второй вариант. Он может отталкиваться от чего-то. Но куда бы ни пал его взгляд, он это преобразует. Обратите внимание, слово преобразует. Снова он берет образ в виде имиджа и образует из него что-то новое. Вот эту разницу я очень четко чувствую, знаю и вижу. Когда некто, художник фото или фотохудожник, или худофотограф, этот образ ворует, а когда он его создает самостоятельно, идею, когда он рождает идею свою собственную. И вот мы вернемся к этому рисунку. Смотрите, первоначально была фотография, просто фотография, здание. Фасад создал какой-то архитектор. Фасад имеет свой образ, о нем мы можем поговорить отдельно. У архитектуры, у более-менее нормальной, ну, за исключением совсем дрянной, это той, которая кубическая, коробчатая, никакая, то есть без образа, безобразная, значит, да? Вот эти кубические здания, которые не несут никакого образа, когда архитектор не создал самостоятельного образа, то архитектура безобразная. Собственно, и вещь безобразная. То есть она без образа, она не наделена идеей, внутренней, собственной, самостоятельной идеей. Но в данном случае какой-то образ у этого здания есть. Другое дело, какой? Мало того, что создать какой-то образ, надо же еще этот образ сделать осмысленным, продуманным. Образ может получиться случайно, то есть можно взять кусок пластилина, лепить его, и нечаянно что-то получится, какая-то, извиняюсь, какашка. Или может быть, что-то еще может получиться. И можно просто в шарике, в чистом пластилиновом, увидеть образ какой-то шарика. А уж если там ткнуть две точки, то можно и смайлик увидеть, да? Дело в том, что одно дело увидеть образ, а другое дело его создать. И вот я художник. Я взял фотографию. Ну, так получилось. Да, кстати, о предыстории я не помню, рассказал, что меня попросили сделать для Черемхова несколько акварелей для альбома. Меня свозили туда, я побывал в городе, проехал, посмотрел и нафотографировал то, что мне там было интересно. Я изначально предлагал и говорил, мне надо там пожить по-хорошему, и мне надо там порисовать на пленэре. Но возможности такой не было. И поэтому вот этот заказ у меня очень сильно затянулся. Уже, пожалуй, больше года я пытаюсь его сделать, у меня не получается, да. Ну, казалось бы, взял фотографию и срисовал. Вот, я не знаю, или я сильно хороший художник, или сильно плохой. Но для меня срисовать фотографию ничего не стоит. Но если ты не вжился, если ты не пожил в этом городе, если ты не проникся вот так, как я это сделал в Иркутске, то мне явно не хватает. Мне лично, может быть, тем, для кого я это сделаю, или для
жители Черемхово, те акварели, которые я сделаю, может быть, они покажутся им симпатичными и интересными, но будут ли они насыщены моим образом собственным, который я должен придать для этих рисунков? Вот для Иркутска у меня образ создан. Он внутри меня живет, и он вылазит. Вольно, уже невольно. Ну, где-то вольно, конечно, я же человек разумный. Я же управляю своими мозгами и руками. Я его сейчас не буду озвучивать, но его все видят, все понимают, мой Иркутск, да? А какой мой Черемхово? Я не знаю. Я этот образ, по сути дела, вот еще тот глубинный, сложный образ, я его еще не знаю. Не то чтобы не нашел, я его искать-то и, может быть, не буду. Я должен его создать. А для того, чтобы создать этот образ своего города Черемхово, мне, конечно, мало фотографий. Я могу по фотографиям только, ну, делать какие-то... Они получатся, я сделаю, да. Ну, я-то себя творцом, вы поймите. То есть я заказ-то сделаю, но я-то себя творцом не чувствую. И я начинаю чувствовать себя ремесленником. Я начинаю чувствовать себя тем самым папарацци, тем самым просто рукодельником, от которого, собственно, требуют не рождения образа, да, ждут в данном случае, или путают, что вот я возьму и сделаю красиво. А я не хочу делать просто красиво. Я хочу насытить этот город новым образом. Я архитектор, вы понимаете? И я, когда буду рисовать так, как я хочу этот город, то я его создам свой собственный, по сути дела, проект. Что такое архитектурный проект? Это если архитектура искусство, что сейчас уже редко бывает, а я хотел бы заниматься архитектурой как искусством, то значит я должен создать образ. Не найти, а создать. И вот эта картинка, которую я сейчас сделаю, это эскизик. Это поиск. Но поиск не образа. Это несколько иной поиск. Я здесь какие-то формальные моменты ищу, еще что-то. И по ходу я размышляю, что произошло с этой картинкой. Сейчас вы, наверное, видели фотографию в начале. Ну, фотография, она есть вообще фотография. Это документ. И там все есть и ничего нету. Потом я сделал желтую, помните, вариант. Там мне, кстати говоря, ракурс несколько в 3/4, скажем так, этого здания мне нравится больше. Но там пропало название, которое написано на фронтоне этого здания. А в нем-то я и нашел изюминку, то, что называется сверхзадача. И вот сверхзадача в искусстве, сверхзадача даже в таком незамысловатом рисунке, это и есть создание художественного образа. И сейчас я попытаюсь вам объяснить, что же я тут нашел с точки зрения идеи. Я не нашел этот образ в самом здании. Его нету. Это здание почти безобразное. Оно не сибирское. Оно никакое. То есть с точки зрения образа архитектуры оно... евро-здание. Оно срисовано, сделано из каких-то евро-журналов. Естественно, это не наше. Но я сейчас не буду говорить об образе архитектуры. Это отдельный разговор. Сейчас я буду говорить о художественном образе графики, моей графики. И что же тут за секрет я хочу вам поведать. Так вот, на том желтом рисунке вы можете вернуться и посмотреть. На желтом фоне, который я делал. Я его делал карандашом, пастелью. Он уходил уже от фотографии. Там были уже попытки найти свое видение, да, вот, какое-то придать образ, создать образ этому зданию, какое-то свое немножко. Но я все равно чувствовал, что там нет изюминки. И вот видите, сейчас людей тут раскрашиваю. Я сейчас объясню, в чем вот попытка найти изюминку. И так в каждой работе, кстати говоря, не только в этой. Так вот, название вспомните. А название называется «Хотел Бродвей».
И вот тут-то мы начинаем, запускаем, так сказать, свою творческую мысль, фантазию. И тут появляется сверхзадача. Тут появляется все, что требуется от художника. То, что требовал и Некрасов, и Пушкин. «Глаголом жги сердца людей», да, говорил Пушкин. Или Некрасов. Поэтом может и не быть, а гражданином быть обязан. По сути дела, это завуалированная форма образа. То есть того, который ты уже вкладываешь, создаешь, воссоздаешь. Да, можно взять любые абстрактные формы, а из них создать революционный какой-нибудь трансформер футуристический. Можно взять несколько предметов или геометрических тел или фигур и из них создать образ мятежный или образ успокоенности, или образ нежности, или образ любви. Это, кстати, к вопросу уже о композиционных вещах. Можно взять фотографию и тупо ее срисовать, как бы красиво, и произведения искусства не будет. Так что меня здесь натолкнуло в том эскизе, и почему я решил вот это воплотить в этом? Что я решил воплотить в этом? Да вот этот хотел... То, что во мне сидит, хотел Бродвей, да? И тут становится понятно. В далекой-далекой Сибири, в далекой-далекой провинции, на большаке, на дороге, на перепутье стоит гостиница. За 10 тысяч километров от Европы и от того языка, на котором написана вывеска. Бродвей, да? Какое отношение этот домик, эта гостиница, эта местность, этот город Черемхово, да, даже Иркутск имеет отношение к Бродвею. Ну, это наша общая беда. И вот тут я начинаю рассуждать, а что хотят люди, вот, которые заполонили наш город, нашу Сибирь, вот этими евроназваниями? Ну, наверное, они ждут толпу иностранцев. Ну, не меня же, да? Я, когда иду по городу Иркутску, я часто не захожу во многие наши, ну, кафе, например, со словами «это не для меня». Все магазины, все вывески, которые написаны на иностранных языках, я говорю «нет, меня здесь не уважают, меня здесь не ждут». Тут ждут иностранца с баксами, с долларами или с евро. Они сидят и ждут, когда к ним толпой попрут иностранцы, понесут им эти евро. Я им не нужен. Вот их мечта, которую они воплощают. Вот образ их заведения, которое они пытаются создать с помощью там, интерьеров, вывески, шрифтов. Вот. У кого-то получается, у кого-то получается очень смешно. Вот образ этой архитектуры, которую мы встретили в тайге в Сибирской. Ехали-ехали по дороге из Иркутска в Черемхово. И вдруг мы встречаем... Здравствуйте! Домик для... Иностранный домик, он, видите, он даже по стилистике иностранный. Он содран из иностранного европейского журнала. Он же не китайский, он же не бурятский, он же не иркутский, он же не русский, правда? Это евродомик, это так называемый евродизайн. Ну и никто и не скрывает, тут и написано на евроязыке «Бродвей». Вам же сказали, что это вам не просека в лесу, это вам не тропинка в деревне, и даже не улица Ленина, в конце концов, это вам Бродвей. Это вам Нью-Йорк. Вот. И мы сразу понимаем, что все это значит. Что мы здесь не нужны. Что в лучшем случае люди, которые всем этим, может быть, занимаются, не знаю, вольно, невольно, они мечтают совсем о другом. Они не мечтают обо мне с моими рублями. Они мечтают о том, чтобы вдруг здесь
на сибирской просеке, в тайге, появились иностранцы вдруг и озолотили их своими евро-деньгами. Ну а как иначе? А для чего тогда нужно было тратить деньги на эти евровывески, на это название? Ностальгия, точнее не ностальгия, а зависть, зависть по чему-то инородному. И вот тут, ну, это отдельный уже разговор, а это социологический, психологический разговор появляется. Кто им нужен, что мы ждем, для чего все это происходит и строится так. Я думаю, забавно было бы, да, мне где-нибудь в Латинской Америке, как бы я там очутился, да. Ну вот иностранцы здесь у нас были пленные, иссыльные, да. И вот, видимо, те, кто заполонили нынче город иностранными вывесками, вот этими, и этим евросервисом, причем евросервисом не для русских, а для иностранцев, в мечте на их внимание. Они же под них ложатся-то, а не под нас. Если бы под меня, то он бы назвал это там, не знаю, как харчевня, столовая, в конце концов, более-менее знакомыми мне словами. А они же пишут повсеместно на языке, который мне неизвестен, они заставляют меня учить чужой язык. Да не буду я, у меня противится все, да я его знаю. Но я не пойду туда, где меня пичкают чужим. И вот вы представьте, может ли существовать такая в мире, такой нонсенс, такая глупость, пародия, не знаю, чтобы где-то в далекой-далекой саванне в какой-нибудь там, или в пустыне в какой-нибудь палестинской, или в африканских джунглях я шел одинокий, или вдруг бы толпа русских бы там образовалась, да? И где-то на перепутье между племенем или там поселком племени какого-нибудь Чунь-Кван-Чунь и каким-нибудь их негритянским городом, я бы вдруг в джунглях обнаружил нашу избушку русскую с вывеской «Харчевня». Представляете? Чудо! Чудо из чудес. Ну, вы можете вот такое представить, чтобы шел человек где-то и случайно бы наткнулся на руку. Ну, наверное, какие-то там диаспоры существуют, там какие-то люди, которые каким-то образом судьба их забросила куда-то. Может быть, конечно, такое исключение, но у нас-то это не исключение, у нас-то это правило. Куда ни пойди, везде ждут иностранцев толпу. Ну и вот мы возвращаемся к моей картинке. Я когда начал рисовать эскиз, я понимал, что что-то в нем не то, но он такой, как бы, он эскиз и есть. Я поэтому эти работы, эти рисунки, собственно, называю эскизами. Названия, которые я им даю, они уже приближают эту работу и выводят ее на уровень художественного образа. Да, с помощью названий часто. Я как бы себе даю программку, что я хочу увидеть в этой картинке и что я сделаю. Потом, когда я сделаю, название можно будет убрать. Название, которое я даю своим работам, оно чаще... Это мне напоминание. Ну или растолковывание того, что я не успел в этом эскизе сделать. Или еще, может быть, примитивнее, я просто столблю тему таким образом. То есть вот у меня есть идея, я озаглавливаю ее, я, так сказать, ее озвучиваю, ну и уже потом, ну не знаю. Конечно, есть у нас творишки, то есть те, которые ищут образы. Я-то, видите, я создаю эти образы, а мои коллеги-творишки их воруют. Так вот, в этом рисунке, видите, я попытался нарисовать вот эту самую толпу-то иностранцев. Вот они тут. То есть, если первый рисунок, набросок я рисовал и просто формально получал удовольствие, но где-то подспудно понимал, что я еще не художник, то в процессе рисования
я понял, в каком направлении нужно делать этот рисунок. И вот тут все завязалось. Хотел Бродвей, да? Иностранцы, наша Сибирь, Черемхово. Что это? Фантасмагория, гротеск. Но, согласитесь, это не просто примитивная фотография, да? Это не просто скетч, рисунок геометрических или архитектурных форм, более-менее такой правильный. Это уже заявка на произведение искусства. То, которое называется художественный образ. Вот тут я ставлю автограф, и мое повествование на этом пока заканчивается. Обратите внимание, на какие философские высоты выводит нас простой, незамысловатый скетч-рисунок. Всего доброго!